Итак, мы общаемся сейчас с бойцом Коти из клуба «Берн». Мы находимся в Ставрополе на отборочных на «Битву наций», на финал отборочных в «Продар». Коти, как вы себя чувствуете перед началом боев? Я себя чувствую нормально, мне в принципе спокойно, я не переживаю. Как сказывается долгий перерыв между боями, так сказать? Вас давно не было видно, как вы, как бы, в каком состоянии, в какой форме? Я не забываю про физические упражнения, но полноценных тренировок у меня не было давно, поэтому сейчас буду смотреть. Замечательно. А скажите, пожалуйста, в какой команде вы будете сейчас выступать? Я буду выступать в нашей ставропольской команде. Название сейчас мы на месте уже определимся окончательно, просто мне немного, поэтому... Она должна будет обязательно называться на букву «П». Конечно. У нас уже много названий, версий. Вот. Из них такие, как «Пахлава», «Плюшка». Вот. Ну, мы будем сейчас думать. Ну, а какие команды вы знаете, как приехали сюда, и как бы кто будут ваши соперники? Я знаю, что наши соперники будут наши ставропольцы. Это основные наши оппоненты. И вот сейчас вижу каких-то ребят, я не совсем пойму, откуда они. Люди, кто вы? Да. Ну, а как считаете ваши прогнозы на сегодняшнее мероприятие? Как все будет складываться? Мы должны победить. Это безусловно. Понятно. Спасибо большое. Спасибо вам.